Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на turhongarena.ru. И всем еще раз привет. Это вторая игра Best of 2 команд NMG против команд Dota. На данный момент ведет Ата со счетом 1-0. Только я им забыл единичку подписать, но ничего страшного. Из Сакасти по-прежнему Пегас и Никита Эмпас. Легион взяли Мидаса, Лутстоуна и Гладиатора. Ребята из команды Хеллборн ответили Вайтсолом, Инженером и Арахной. Это будет этот легендарный инженер? Этот Dyson Card. Ну, я, честно говоря, не помню. Я, наверное, в то время или не смотрел, или я еще точно не касил тогда, когда он играл. Или не играл компетитив еще в то время? Ну, компетитив. Компетитив. Ну, когда Джа играли, я точно не играл еще компетитив. Когда Ицы играл, ну, не помню уже, честно говоря. Насколько удачно. По-моему, за GP тогда только начинал поигрывать. Ну, точно не видел его игры, поэтому мне аж интересно. Эй, Никита? Он здесь. Где-то здесь. Книжки читаешь опять? Да. Ну, при раскладах с Гладиатором и Лостоном как-то мне легионовский пик сейчас больше нравится. Больше? Да, но вот как-то инженеры Арахна мне не сильно вот внушают победу. Не знаю, почему нет. А кстати, ну, шоудаун же Арахна себя не сбрасывает, да, в термоспелл? Нет. Это другой совсем эффект. Ну да, да, его все равно зацепят. Я тебе даже больше могу сказать. Он даже геометром не скидывается. Арахна, сейчас у него очень имбовый, да, второй спелл. Если бы он еще и такое скидывал. Ну, только, короче, осталась только одна контра, да, только ветра могут спасти. Ну, типа, от дедлифта первого помогает уже, ладно? И Чесси уже, ладно. А из золота Мидаса выходят? Да. Да ну, блин. Сказки. Колба, допустим, стоишь ты в стане какого-нибудь Хаммера, вышел. Ну, вот стол на смешанный дэмэдж по тебе проходит только, вот маги, только допустим, магическая половина получается. Если фир Маликин даст, или там, допустим, фир того же Дампира, всякие вот такие вот скиллы, это уже не снимается. Это уже не лечится. Дранкин Мастер тоже стан, по-моему, не снимается. А может снимается? Нет, по-моему, снимается. Ну как раз он просто приземляется возле тебя. По-моему, снимается. Давайте без пуджа. Там механика в том, что Дранкин Мастер по сути сам урон наносит. Это как бы затычку идет. Поэтому он, по идее, должен работать. Не, ну типа, мне кажется, дэмэдж проходит, но. Нет. Вот... Нет, навряд ли. Да? Ну, да. Ладно. Такое. Со всеми этими изменениями много вопросов. Я был расстроен, я проверил профит, а ничего не работает. Абсолютно ничего. Ничего, да, кроме своих спулов. Не, ну там, в принципе, если подумать, правильно все написано. То есть, любое заклинание самого профита. И пятым пиком Dark Lady. Интересно. Ну, как по мне, Dark Lady не особо так-то персонаж против Арахны. Вот против Арахны и вот против Медведя. Медведь все равно такой жирный. Это милишник, тем более контактник такой достаточно серьезный. Ой, орали инженер, такая приятная комбинация. Стан, ульт и кега. Аля 2013. Да. Как-то так. Как это красиво все выглядит. А, и да, раньше я помню такие комбинации. Не, Зилыч на инженер. Да, Синкар, теперь инженер.
Обманул нас немного таймер. Кто-то забузил, кто-то просто последний прожил рейди на бусе. По-моему, это был Велсоу. Ну хотя Dark Lady под всем этим, под ультом, допустим, того же Гладиатора, под ультом Bloodstone. Фух. Ну, это да, больно. Но это все как бы бы, если бы. Так, Arachnus Soul. Ну, тут да, то есть Double Heart, Soul Mid, Soul Mid Slon. Получается Мидаса. Не знаю, мне кажется, слабоват, нет? Слон. Так-то, как Мидаса. Ну, сейчас посмотрим. По крайней мере, смотри, вот слон вообще без хила, с вардом. Что-то непонятно. Минирует инженер, смотри. А, это видит вариатор? Дел ХФ. Мне кажется, если сейчас он будет ставить минку, то он увидит. Ну, сейчас, да. Он сейчас, видишь, прогоняет. Он, да, загнал. Видели вроде. Не думаю. Увидели, она что-то. Контрвард. Одним вардом двух зайцев. Трех, там три мины стоял. Да. И теперь они знают, что инженер с минами. Да, и тут уже трипла. Алуна, гладиатор, Дарк Леди. И еще получается, контрвард так цепляет, что в том проходе не заменит. Да, ну и по-хорошему теперь легион изи триплу свой будет выигрывать. Мне кажется, инженер уже надо как-нибудь свапнуть. Ну это, не, он будет все равно расставлять мины, чтобы просто, ну как бы... Пытаться выживать на них, убегать. Ну да, то есть чтобы была гарантия, что ты можешь отступить. Но фрифарм Dark Lady это точно. Ну не скажу, что фрифарм. В смысле? Конечно, фрифарм будет. А кто ей тут помешает? Ралли с компелом, типа? Или инженер с минами? Ну да, вот проблема, конечно, инженера с минами. Не, он сейчас будет распадать, конечно, все равно очень много мин. Вся надежда на White Solo. Ну и Арахна должна выигрывать свой лайн. Борика сразу. Да. А вот собственно. Но медведь будет умирать быстрее без щитка. Ну уже должен лететь щиток. А, курица видит. Нельзя же, да, курица. Сейчас себя убьет, пока щит найдет. А или он сам танчит. Слон уже очень больно получил. Он с щитком специально танчит. Ну, уже прилетела красная банка на слона. Ух, минка-то больно. По луне. Ну, на самом деле, инженер так обставился, что они вот по той диагонали ходить могут. И вот только луна может подходить харасить. Белл страшно будет. Питфол. Подцепили, ралли. Ну, вот такое. Сразу еще... Не будет дефиться, они просто будут оборону Сталинграда держать, чтобы все получать. А вот инженер теперь второй, теперь они могут Алуну и убить, пошу Кампелла и Кега, чтобы не убить никак не могут. Нью мета, не... Алуну расставил вокруг себя и стой. Ой, зачем же ты сам? Там все рассчитано, ты что? Там по краю нужно чувствовать. Там же есть время агро, типа, у минки. Что Арахна уже всю ману потратила на Лустон. Они специально накрепают? Ой, у Лустона проблемы. Ну, тем временем умирает слон на миде, но Арахна за малым не загнала Лустона. Закончил всю Арахны маны. Вот ну такой да. Степени плотный Лустон. Отжимают по кусочку. Я смотрю, они будут. Позицию. Алона. Минус там 25% хп. Ой, хорошая пауза. Подцепили инженера. А чё они боятся? Серьезно, мины? А, Кампелла боятся, может. Да минок боятся, посмотри сколько. Ну, еще один контрвард. Ну, еще одну минку не подцепил. Только на одну минку. 100 монет ради минки. Им если въезжать, то как это бы... Это 100 монет, чтобы Дел зашла в магазин. После Кампелла. Ну
Ну да, то есть. Развести, то есть? Гладиатор нужен второй, чтобы как бы компел. Перед компелом. А, ну да, типа. Что там? Первый, второй, если был бы, то побывали. Беда, что откидывается спеллами, потому что у нее есть руна регена. Плюс еще челиз, который можно прожать и уйти. А, он просто прожимает реген. Неплохо, кстати, обузит. Да, прохарасил значительно так слона. Слон. Слон тебе бомбо. Ну, у нее так-то красная в КД. До бутылки не хватает, и он вынужден на базу уходить. Приобретать ТП и обратно возвращаться. Вот смотри, если Алуна сейчас подойдет, и они смогут ее на эту минку, они ее убьют. Инженер ранний. Вот стоят и экспули сейчас спокойно еще бьют ТЛ-ку. Конечно, такого я не ожидал. Ну как бьют ТЛ-ки? Смотри, все. А еще сами въехали в Алуну и забрали ее. О боже, а что это за шоу-даун и питфол? Не убьют они, не убьют они, говорят. Один тут начитанный. Нет, так они в любом случае сейчас разменялись. Ты видел этот шоу-даун и питфол? Да, да, да. Ну, по сути. По сути, он третий левел, он должен выйти на мид. Как мы не говорили, что. Ты даешь ульту вперед, а влетаешь назад. Трипла выиграла, но. Как-то все наоборот. Два больше трех. Пока. Не, Dark Lady, тем не менее, имеет 300 гпм, 26 крипов. Но ей будут мешать, они, ребята, сейчас. Но они не мешают. В принципе, они из нее хил не выбивают, она стоит фармит, получает свой фарм. Кспу голду. Сейчас с гастами им пора ли езжать, можно уже проехать. А тем временем очередной опять фраг. Слона надо убили. Подошла Луна на медок, закинула палочку и забрала слона. Да, на самом деле под компел мина нормально, потому что ты еще даешь кегу, у тебя еще один стан, то есть ты мину даже если сам не будешь взрывать, она успеет взорваться. Ну, тем временем Вайтсал 400 гп. Гасты уже на бубу. На бубу. И сразу выходит пушить таур. Ну, своей дабле на харде надо зарплату заплатить. Раскастовал тем временем очередной раз мидас слона. Пока только у слона проблемы с убором. Ну, да. Ну, два фрага на нем. Где? Изначально в соло его забрал мидаса, а потом еще и Алуна помогла. Тем временем выход на харде. Кстати, мин нигде нету. А что, Алуна не пытается найти? И приходит гладиатор, кстати, дефить. Сейф ТП на таур и будут пытаться забрать Вайтсола, и это у ребят на боте тем временем ехали по удается уже сняли, они на ой, как же минки дамажут. 15 хп. Жесть. Так это машины минки. Ну да, на 3. Так теперь плюс в том, что минку-то можно сразу взорвать. Вот. Ну да, выделить, взорвать можно. Сейчас бы, если бы гладиатор подцепил слона, он был опять очередной раз умрал. Как-то так получается, что всегда линия отпушена в сторону уборной на боте. Да. Да или из-за пауэрстоллов, я не знаю. В итоге просто как бы, учитывая, что ДЛ сейчас промывали. Ой, минка, просто... минка в Алуну, надо ну хилиться. Ну да, 60 том же там. Контр-вар. Минка просто 275 дэмэдж. Ну да. Три мины минус Алуны. Две мины минус Алуны? Три. Ну, в принципе, да, если она фуловая, тогда три. Так. Если в инженера, ну, как-то не особо проветь больно. Инженера. Это вот как минка инженера была. Ну да, одна. Но скиллов они сейчас потратили. Въехали. В Dark Lady. Ну, вот сейчас бы, если бы инженер не отошел. Если брали бы второго. А, нет, хотя там рор на один, брали бы. Ой, а Луна обходит, и могут ее сейчас забрать. Ой.
Если по краю, знаешь, вошла, сейчас взорвалась бы. В спину тем временем заходит Мидас, об этом не знают. Мина? Ой, мисс Компеллом, ну, инженер тут уже отъехал. Надо хотя бы, чтобы Ралли ушел. Тем временем в инвизе на миде слон. Ой, слон, вот стол. Рядом со слоном. ТП от Мидаса, скорее всего. Стан от слона, но заэвейдил Мидас. Надо станить вайт соло. Рассказ от Мидаса. И просто без шансов. Ну так-то пока останавливают этого вайт соло, да еще и забирают слона. Взяли игру в свои руки, ребята из команды НМГ. Инженер вернулся обратно к Ралли. Ну, инженер же у нас тима. Да, вот у Ралли тоже появились. Делка, иди собери, там сектор приз. Там джекпот. Уже два джекпота. О, Алуна. Ну, навряд ли она туда пойдет. Или пойдет. Просто ужас какой-то. Смотри, байтит на катапульту. Инженер на сиденье монопорта спит. И как это не звучит банально, но ралли-инженер пока что выигрывает свою триплу. Ну, даблу. Против триплы. Арахна зачем-то прилетела. Теряет время. Да. Ну, у него 320 гпм, при том, что... У него, в принципе, был фрилайн, забранный тауэр. Ну, тут, кстати, четверо из МНГ. Да, подцепили, Ралли. Арахна утопашилась просто наверх, а Ралли разорвали. Ой, вот стол не больно, конечно, подпили. Пять человек из команды НМГ должны цеплять инженера. Нет. И холл. Просто отпушили линию. Кого они там ищут? Арахна? Наверное. Которая форме попрыгнет. Да, вместе со слоном под ДД. Пушит Таур. Лостон. Не стал даже пытаться цеплять. Ну вот сейчас по такой игре на кого делаю ставки? Я на Хеллборн. На Хеллборн все равно? Минки. Минки решают? Да, все из-за минок. Но вот они сейчас на 4. Это уже реально 2 минки минус салона. Такая боль. Так это всю игру будет ходить, просто видишь? Терроризировать. Раскастовал тут тиммейт Лодстоун. И это минус Арахна. Ну, против такого даже Карапаси не помогает. Не, ну против одного Лодстоуна, конечно, выжило. Ну, против Гладиатора подходит очередной раз Мидас, у которого есть уже порт в ней, рассказ в ралли. Еще и заэвейдил стан от слона. Дарклейд залетел. Побежали. Кто-то отведите эту минку кому-нибудь. Так. Мидас попал рассказом, залетает второй спел от Алуны, и инженер все-таки ходит. Не знаю, 986 одну минку. А вайт сол будет выходить в молнии, 400 гпм уже есть. Ну от этого две смерти. Денег тратит на эти варды, чтобы снять эти минки. Ну да, помимо того, что если она не будет тратить деньги на варды, она будет тратить деньги на хил. Или на фонтан сразу. Или на ТП-шке. Да. Так что варды это лучше, чем второе и третье. Ну, ты же не сможешь расставить все контрварды везде, где. Ну, значит, надо брать гем.
Не, ну пока что мы понимаем. Будем сейчас бежать на боте. Кампелла мне достала раньше. Слишком очевидно. Алуна сбежала и поставила за Т1 Тауэр. Ой, за это. Ой, Арахну. Его сейчас снимут. Думаешь? Арахну хотят убить. Ну, они же видели на ворде, как туда Алуна сбегала. Арахну не успели. Пытается подцепить Арахну на рандом битхол. Он пытался наперед, да. В надежде, что Арахну начнет джукать. Мансовать. И как бы ребята на боте даже не видели, да. Они даже не видели, как Алуна сбегала. Они не смотрели. Такой звук от этих минок. Тем временем слон просто вражеский лес фармит вайлдсоу свои. Такой звук на 350 мэджик дэмэджа. Да. На топе Арахна, в принципе, фармит, а на боте Дарклизи. Короче, у Легиона вообще никто не фармит. Как ты у Легиона ну, никто не фармит, когда у Мидас 430 ГПМ, у Делки 360. Ну, и в начальное все фармит. Так, попытались подцепить Дарк Леди, но мисс Кампеллом, сейф ульта от инженера. Почему Дарк Леди подставился, а двоих сразу не влетело? Так, влетает Мидас, раскастом попал в инженера. Минус инженер, прилетает Арахна. Луна, давай, ты сможешь. Кинула таракана гладиатору. Нормально, еще и продамажила Мидаса, стан, и это минус Мидас. Но взамен умрет Арахна. И Алуна. Слон чесит за Алуной. Мина не зацепила. Ну, 2 секунды стан, одна. А тут пришел Вайсол и будет пытаться забрать Делку. А у Делки не хватает маны. Да. Ну хорошо, развела сейчас Бубу. Ну, еще 10 маны. Раскастует ультимейт Бладстоун. И сейчас так-то он соло заберет. Ой, Делка залетает, ой, забирает фраг и сейвит сейчас своего Бладстоуна. Батарейка там еще из ботлом да. Отпивался. Сейчас валплей. Тим НМГ. Да, там кливер на Дарклизе это уже. Не, велплей было от Мидаса, который забрал две минки и отправил к своему гладиатору. Гладиатор в этом и так умирал, скорее всего. Ну да, там таракан его грыз. А просто, ну просто 700 демеджа принести в качестве команды как-то не очень. На миде минирует. Одной бы минки хватило гладиатору. Ну, Мидаса продамажило хорошо. Блин, он сейчас еще так быстро стоит. Ну вот сейчас, если Мидас там пойдет, он умрет. Ну, он может задоджить этим спулом. Ну, если успеет. Эх, Мидас! Алуна! Че это было? Супер! Минер. Сапер 228. Сапер и минер. Кажись, он там даже 10 на 10 уровень не проходил. Сразу же первый автокал рандомный. Сразу на мину. Левел комплит. Да. Конечно, зайти и тыкнуть под землю под собой контролан. Ой, нашли в лесу-то Wild Soul у нас. Да, залетает такси от гладиатора. Ой, подходит Арахна. Так еще и скорее всего сейчас заберут Арахну. Но тут Кампелл от Рали. Раскастал ультимейт Лодстоун. Мистером с полом от Мидаса. Ну и скорее всего, да, Рали умирает. Но Арахна хотя бы выжила. Надо делать сейф ТП отсюда. Еще один кливер. Ой, кливер. Еще один этот сустейнер. Мне кажется, там Мидас задерживается. Нет, ну, на Делке есть. Еще один сустейнер, это линка. А, сустейнер? Ну вот, сейчас смотри. Да. Может, второй кливер. Больше сплэша. Ну да, там сплэша. Не, он... Он стакается, но... Да, он стакается, но... Смысл этим? Ну, линка против Арахны больше. В принципе, тут таргетных скиллов вовсе больше нет. Единственный, кстати. Да. Первый же Арахна не будет забивать? Нет. Нет. Инба была бы. Я думаю, что просто инженер сверит к нему толкание или ветра, и там сбивает. Я думаю, инженер ПК будет сейчас делать. Так же еще с минками приятно формироваться. От макшины. Там по одному удару по грибу. В смысле, инженер сейчас будет ПК делать? У него 360 голды на руках.
Сейчас все будет. Он буквально выходит через минут 10, как не больше, пока ты это соберет. На меди видели, Медаса в инвизе должны были. Ну вот, а Дарк Леди с линкой, в принципе, будет себя чувствовать в безопасности от Арахна. Ну, Counter Ward поставил, сейчас залетает Pitfall, красная палка. И почти что дистанционно. Разорвали. Эх, сейчас Дарк Леди по минам пролетит. Там одна. А Луна? Две. Ой, хорошо, Клоунстоун начал. Неплохо, две мины. Да, такие две. Затаймил нормально шоудаун. Ну не получилось, бывает. Вайтсол стоит в кустах, ждет файта, но файта походу не будет. Вот сейчас две мины и все, и Дэл выходит, потому что не скопаил. Ну у нее сустейнер плюс калибр. Кстати, сколько у него дурно, да? Сколько у него? 13. 13.5. Вот для чего против мин. Не, ну если будет 4 мины, то. Заметь, ни одних вестнуться. Этот реген не поможет. На боте инженера. Дарк Леди сейчас видит инженера, но инженер ее видит на варде. Шторм Спирит появляется на Мидасе. Заходят под грибами, по-моему, сейчас слон будет умирать. Хотя слон жирненький. Да нет, тут слишком много рассказ, еще и ластон с ультой. На краюшке. Ластон сразу тпшился на базу, но ему... Что мы ветрами сбили? Мидас. Я вижу, у них... На босс сразу идут тпшки, хотели подцепить Дарк Леди. Ну вот как-то... Арахна еле-еле 300 гп ему поддерживает. Ну и Волцова сейчас в грибах может на Гангора. Я думаю, он для этого и тпшился. Нет, скорее всего, для этого и были грибы. Ну да. Забирает руну хосты, которую должен был забрать. Мидас? Мидас что-то заподозрил, да? Линка, кстати, уже. Да. А, Волцова заходит. Да. Обижена там вообще в Легиона нет. У Легиона всего лишь там на миди и на топе ворд. И то на миди заканчивается. А нет, ворда. Где вообще Бубу? Сейчас призовет. Нет, он у нее есть. Вот призовет. Ну, я имею в виду, ну. Ко мне, мой друг. Юля подаван. Так, рассказ Мидаса. О, Ластон, собери урожай. Ну, и так-то не особо больно. Подцепили еще и ралли. Летает такси от гладиатора, вылетает Мидас, еще и Дарк Леди. Ну так-то ульта от Лустона даже была лишней, уже 19-5 в пользу команды НМГ. И на Кангора будут заходить, наверное. Что не удалось у Вайт Соло, сделают Дарк Леди. Но не уверен. Ну, не одна. Нужно потанчить. Не одна, конечно, но сделает. Ну так-то 15 хп регена в секунду. И гладиатору нужно идти всем бить. Чтоб сплэшком там Кангорок уничтожил. Ну как этот Кангор по одному, по два забирает. Вот с Кангора добили, да? Так-то 550 гпм на Дарк Леди Книверлинка. Ставочка пока не горит, да? Все отлично. Не каркай тут. Минки порешай. Минки. Мидас под ДД. Будет пытаться забрать инженера. Попадает раскастом и забирает враг. Дарк Леди. Подцепили ралли. Красный стан. Мне кажется, был слово слона неинтересно. И еще заберу слона. Правда, мисс с раскастом от Мидаса, но это не помешало забрать им его. Пацаны вас там на базе убивают. А тем временем, да, там Рахна пытается размять. Вот консет. Ну это да, это уже просто... ГВП. Это рейдж, потому что... Ну это даже не рейдж консет, тут просто 22-5. Все понятно, тем более... Лодстон соло забирает Вайт Соло.
Ой, сейчас оббарбит, кто-то умрет. Вообще не пробивает. Не прожал всех. Ну, и это ничья. 1-1. Всем, по-моему, две ничьих. Да. Да, сегодня две ничьи было. Что, на этом у нас сегодня трансляция подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хонт Гарена.ру.